challenge time! И снова всем привет, мы продолжаем призрака. Я тут спустился буквально ниже. Зашел в твою комнату одну, посмотрел, что там дальше, там лазер, и я решил уже и с вами это делать. В общем, буквально вот прошел пару комнат за то, что, для того, чтобы поскорее найти вот сохранку. Так, что, давайте сходим в лазер и обезвредим сразу. Нашел я, значит, этот гайд по нахождению всех этих самых, как это называют, что они называются, люмы, но это но так они называются, души, почему-то. Потом, возможно, между сериями как-то тоже сяду, соберу их. Так. Ну тут веселее будет, видите? То есть... Его он почему-то не видит. Так. Это было несложно. Тык. Но у меня возникает вопрос, а... Как мне туда попасть? Так, ну вот он поедет назад, я максимум вот здесь смогу только сделать. То есть это мне реально нужен нового бота сюда тащить. Получается, других я вариантов не вижу. Я могу пойти назад вот сюда, да, вместе с этой херней, но зачем? С другой стороны, я и назад теперь-то не вернусь. То есть никаких путей мне... Также не оставили, да? Я ведь покинуть комнату не могу. Нет. Тогда я, если честно, не врубаюсь. Что мне тогда делать? Ха. Дайте-ка я подумаю. И я умер. Ну вот знаете, в последнее время что-то с играми какая-то херня. То есть вроде все нормально было, потом неожиданно херак, и по какому-нибудь херне они запарывают какую-нибудь делать тупую вещь. Вот как в данном случае, допустим. Ай, я не то нажал. Я зачем-то нажал перекат. Ладно, этих двух, надеюсь, мне хватит. В общем-то, я могу тогда и чисто ботами пройти здесь правильно. Они же могут нажать кнопки. Или я буду в безопасности? Ну, мне еще одного тут дружищу поместили. Ну, в данном случае, что ты как бы не видишь всю комнату полностью, ну... Да даже видя всю комнату полностью, сложно догадаться, что сюда самому лучше не соваться. И то, что нет никаких альтернатив,
чтобы это самое вернуться. Так, и тут еще один этот, да? Но нажимаю возвращаться, нажимаю, он ничего не хочет. Я же вроде... Или я после того, как манипуляцию произвел с этими штуками. Я просто ремонтные наборы, по-моему, что-то там химичил. Чё, опять эти долбаные эти блоки дадут? О, усиление корпуса. Удивительно. Тень, что стряслось? Босс, у нас проблема. Агенты Ева-5, Ева-8 и Ева-12 ведут себя довольно странно. Они задают крайне неуместные вопросы нашим клиентам. Ага, потому что и они... И это тоже. Потому что мы... Какая-то чертовщина. Тень, психотропы перестали делать. На объекты Накамуры, расположенные в Токио. И выяснить, что там происходит. Будет исполнено, босс. Не так всякие тени тут есть. Куда вы мне еще хотите запихнуть их? Так, что у нас там по карте? Нет. Здесь все, да? Я прочитал, что некоторые такие штуки даются просто за сюжетные прохождения. Поэтому, возможно, в данном случае оно и есть. Давай здесь где-нибудь. Спасибо. Еще одно усиление корпуса. Ничего себе. На халяву прям двадцаточку. Так, тогда пойдемте сохранимся. Раз уж тут такая штука. Тут сейчас эти говнюки повылазят. Вылез и залез. Все. Так. Хрен тебе. Так. Тихо. Люмов наверху не было, удивительно. Лазеры отключены. Тут целая толпа этих роботов. А я, блин, все потерял. Основное оружие, это основное оружие на 2. 2 дополнительных боковых снаряда. Ой, на что мы будем фармить? Так, улучшение оружия. 3600. Набор, который разбирает цель на запчасти, пригодные для починки вашего робота. Больше цель, больше деталей. Прикольно. Замыкание. Генерирует большую волну, которая накоротко замыкает всех противников, включая их на несколько секунд. Которая меняет траекторию всех нарядов неподалеку от вас. Вот это лучше, чем щит. Амбидекстер. Генерирует 2 мощные волны, расходящиеся горизонтально и несущие с собой разрушение. 40 на 2, но хер знает. Как бы купить все можно. Вот это что у нас? Я так понимаю, это умение, итем. Улучшение, выстрел в бок было бы клевым, тоже усиление было бы клевым. Ладно, хоть теперь будет куда деньги тратить, но могли бы и пораньше этот магазин дать. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. Так.
Давайте исследуем. Угу. Ребятки, вы мне нужны. Вы же вроде тоже умеете перекатываться, все вот это делать. Что-то там разве был такой мощный один? А, он сюда потом прикатился просто. Вот ты говнюк. Опа. Теперь ждем, пока он туда прикатится, правильно? Ах ты, тварь. Чуть-чуть не успел. Еще эти зачем-то дали. Блин, теперь опять ждать, пока оно... Окей. И как бы все. Атаковали бедного ученого. Не стыдно вам? Я что не нажал? Только посмотри, как мастерски исполнен этот вентиль. Я так загляделся, что чуть не забыл, что ты все еще его не закрыла. И почему именно я должна со всем разбираться? Призрак, закрывай вентиль. Мне за это не платят. Нет, платят. Мы переводим деньги Виктору, твоему боссу, помнишь? Так что все жалобы шли в его адрес, а уж точно не мне. Виктор, почему Виктор мой босс? Может, потому что ты на него работаешь? У вас подписан трудовой договор? Ты же его сотрудник. А теперь прекращай придуриваться и принимайся за работу. Правда, это не смешно. Я говорю, она часть этой системы определенно, потому что начала ерепениться именно в тот момент, как мы начали вентиля закрывать с психотропами. Поэтому... Да. Патронтаж. А еще посмотрел, что там есть хорошая концовка и плохая, но не знаю, что они дают. Просто знаю, что они есть. Это, по-моему, я в этом это увидел. В ачивках. Ну тут прям целую толпу дали ботов. Так, где может быть сама эта штука? Так, предлагаю сразу идти. Давай сразу мы вот в эту сторону, то я думаю, что мы с первого раза можем и не сделать. Так, возможно, понадобится и не один. А, я смотрю, думаю, что-то не пойму, что они сами собой ездят. Так, а как бы мне это сделать? Видимо, никак. Видимо, мне понадобится еще один. Только я прям даже не знаю, в какой момент надо это... Mm.
Не успел. Опять много кнопок слишком. Давайте думать. Я не могу вот так вот это делать, чтобы оно постоянно так делало. Мне, возможно, понадобится здесь даже больше, чем один. Может быть, сразу три надо привести сюда. То есть мы сейчас одного сажаем. Нам же главное провести его наверх, правильно? Блин. У него долго оно срабатывает. Благодарю. Мне как раз нужно еще. Я не хотел их оттуда тащить, потому что это же долго. Так. Зачем я наступил еще раз? Блин. Я туда сюда ходил, думал, сейчас спокойно доведу, и херня случилась. Так, ну еще через одну попытку я дошел до сюда. Я на всякий случай отправил двух ботов наверх теперь. Потому что кто знает, как будет работать вот эта штука. Она просто будет катиться туда или как? Вроде просто. Да и как бы похеру. Так. Давай этого тоже завалим и... Так, Во. Вот сейчас мне эти штуки нужны. Давай ты не будешь его собирать, лды. Так, ломаем еще одну. Один вентиль. Ну, отлично. На обратном пути заберем. Я наверх не попаду. Во. А вот ты попадешь. Начинает срабатывать какой-то инстинкт здесь. Где могут спрятать. Вот ей бы рывок, знаете, вот здесь, в этой форме. Только туда обратно не пихай. Триста энергии. Ну, при условии, что мы все теряем, это, ну, неплохо. Босс, я достал интересующую вас информацию. Рад слышать.
Так что же, черт возьми, творится в Накамуре? У них нарушитель на космической станции. Защитные системы оказались неэффективны. В данный момент злоумышленник искажает баланс компонентов биожидкости. Биожидкость. Так вот, почему наши агенты начали перекачивать... Тут прям открытым текстом говорят. ...космическую станцию Накамура и обнаружь незваного гостя. Я хочу знать, кто он и на кого работает. Считайте, уже сделано, босс. Так, все же, да? Еще три. Починил таки говнюк. Так, инвентарь. Подожди, а почему 6? Я их разбер... Вроде же этот. Собирал потом. Разве нет? Или после отката такая херня случилась? И вот эту я, по-моему, разбирал. И вот это мы берем. Аптечек прям хорошо теперь, много. Давайте посмотрим на карту теперь еще раз. Тут мы все сделали. Это я хотел как раз напоследок проверить, думаю, вылетит какая-нибудь какашка из-за этого или не вылетит. И представляете, вылетело. Видимо, нужно убить было всех. Не знаю, где появится, поэтому возьмем здесь в форме призрака это. Но вверх. Так, у меня 818. По-моему, этого маловато, да, даже? Даже на усиление выстрела. Дофармить теперь надо. Так. Смерть. Вечно эта надпись. Смерть. Отлично. Как она до сюда умудрилась долететь? Долбаные бомбы. Так, ну наверх. И вот где она может быть? Я вроде бы здесь все проверял, да? Ну-ка, постоять на месте. Перекатнуться. Так. Вон там, кстати, была еще одна штука. Я поэтому туда прогулялся и... Тут, по-моему, хпшечка тоже. То ли хпшечка, то ли патронтаж выпал. Мне ж сюда, да. Блин, пофармить бы здесь. Давайте подфармлю. Продолжаем. Те, которые так уже зачищал, я буду вам оставлять. Вне эфира. А те, которые, ну, впервые, ну, мы сделаем. Так, принтак, давайте подлечимся и откроем. Так, привет, ребята, тут опять какая-то засада ждет. Ну да. Так, мне нужен один доброволец, вот ты.
И еще доброволец. Вот, вот ты, давай. Верю в тебя, солдат. Ну и что, что ты не солдат? Фу, я уже хотел возвращаться. Тут подумал, что оно же может быть лажа такая. А вот тут опять может понадобиться, да? Еще один. Хотя, может быть, и нет. Да, вот здесь бы призраком было бы проще. Пока. Не знаю, был тут кто-нибудь? Не был. Всех нахер просто сносишь и все. Привет, ребятки. Чё, как вы тут? Да ладно, даже нет никого. Так. А вон там что? Я туда, в принципе, и попасть-то, наверное, не смогу. Но попробовать можно. Нет, что-то... Так, ну тут есть что-то. То самое интересное-то. Можешь как-нибудь потом. Между сериями. Так, ну все, идем дальше тогда. Тут тоже, кстати, но я наверху не был особо. Не простреливал ничего, потому что... Блин. Свалился. Потерял кубики. Сейчас они мне нужны. Ну хотя я бы не отказался больше бы от лечилок, наверное. Хотя не знаю, насколько они сейчас теперь вообще мне актуальны. Может быть уже, знаете, и с такими запасами уже и не нужны. Так, тут и вверх, и вниз можно, да? У нас осталось две трубы. Так, а я пойду, пожалуй, сохраню вот эти штуки. Во-первых. Тык-тык-тык. Угу, отлично. Так, то есть смотрите. 10. Ну это 400 единиц. Плюс еще 20% за навык. Всю хпшку, считай, могу. Так, это что еще за херня? Я что, прета случайно вызвал, блин? Так, стоп, а этих нету, что ли, люмов? Как бы есть. Показалось, что там что-то есть. Так, ладно.
Опять куча проходов. Опять головоломки с таймингами. Так. Притом он даже через лифт фигачит. Я не то нажал. Ладно, давайте тогда пойдем пока проверим ту дверь. Ага, та дверь просто закрыта и нужно, так сказать, с другой стороны. Ну ладно, давайте пока покатаемся. Тут такое ощущение, что еще где-то прошибалось, да. Снейк. Где-то змейка будет? Ну окей, опции так и не понял, где. Так, ладно, на обратном пути сделаем. Нет. Так, а вот где-то штука. Я же пытаюсь понять, что что-то не то. Но... Ага. Вот оно что. Но опять же еще один нужен. То и еще один. Твою мать. Умудрился таки засечь. Ну, не лепишечку же. Не лепишечку увидел. Сейчас сюда ящики вылезут, да? Да, угадал. Ну, по идее, они ж не могут два раза подряд, наверное, давать какой-нибудь ништяк. Пусть даже гиковский. Хотя, почему бы нет? Кто это такой, чтобы с ними спорить? Так. Эх. Ага. Ну, то есть понятно. И под низом надо прятаться. Эх. Если бы можно было хотя бы, ну, по секторам вот здесь вот хотя бы их разделять. Вот тут эти лазеры выключать. Готово. Ну а теперь, девочки, повеселимся. Какая классная стена, подумал он и выстрелил. Опять что-то где-то бомбануло, и мне что-то где-то дали. Впрочем, на 10-е, да, это 10-я же, по-моему, серия, уже можно было бы перестать удивляться. Но почему-то до сих пор удивляюсь. Так. Вон еще. И вон еще.
Зачем сюда-то их? Промазал. Так, ну отлично, я думал, сейчас опять придется мучить, страдать. Так, ну отлично. Дали, в принципе, то, что хотелось. Но нет, на самом деле. Все-таки хотелось не только люмы. Так, а сюда мы все еще не можем попасть. В какой-то закрытой двери мы почему-то ходить не можем. В режиме призрака. Зато возвращаться можем. Как это работает, хер знает. Так, я вот думаю, пойти или не пойти пока. На всякий случай точно мы сюда сходим. Посмотрим наверху, что там. И сюда. Так, тут что-то много комнат, куда можно сходить. И туда, и сюда, и... Так, вот отсюда будут эти выбегать, да? Твою уж. Говнюк. Хе-хе-хе. И заделаю, дали ништяк. Ну окей. Я не против. Знаете, как два кореша-алкоголика. Такие... Да, нет. Радостно поблевали друг на друга, померли и... Отлично. Типичные алкаши, блин. Так, а вот есть вниз зачем-то возможность. Так, ну я там был, я вот здесь вот не был, да? Ну он еще появится, наверное. Ох, ёперный. Это что за херня большая? Но это было несложно. Не. Странно. Здесь такое ощущение, что ключ-карта будет. Потому что это реально явный тупичок. Часть карты и навык. Так, куда мы там его вкачать-то хотели? Давайте на этом закончим. Я выберу, что я тут хочу себе прокачать и расскажу в следующий раз. А пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага, всем пока. Подпишись на канал.